Раньше в Советском Союзе было очень много пионерских лагерей. Дети с нетерпением ждали, когда они смогут купаться, жечь костры, а также совершенствовать свои пионерские навыки. Это маленькая Анечка. Она прощается со своими друзьями, так как проведет лето в пионерском лагере. Этот снимок был последним снимком Ани. Пока, дети, счастливо, до свидания. Увидимся, приезжайте еще. В конце смены, когда дети собирались домой, никто не заметил, что Анечки нету. Сегодня эти лагеря закрыты. В них царствует разруха и вандализм. Мы с мужем решили переехать в Москву в надежде заработать денег на пропитание и чтобы растить нашу дочку. У нас совсем не было денег, поэтому на пути в Москву мой муж предложил провести ночь в пионерском лагере, мимо которого мы проходили. Я посмотрю, чтобы никого не было. Пожалуйста, недолго, я боюсь, пожалуйста, я иду, я скорее. Сейчас... И откуда я тебя знаю? Хотите играть? Что случилось? Ничего, я просто не знала, что я не одна. Хочешь играть или нет? Я не думаю, что я могу играть. Ну ладно, может быть, попозже. Никого здесь нет. Я видела маленькую девочку. А, я видел тоже. Она только играет. Дурацкие белые ночи. Каждую ночь ему снился один и тот же кошмарный сон. Я как знала, что нам не надо было там проводить ночь. Папа. Девочка, что ты плачешь? Ну,
Пойдем. Твой отец был ужасным человеком. Он 3 дня держал меня в плену. Я сбежала, и теперь я мертва. Подожди. Пора играть. Если бы ты знал, как я счастлива теперь. Утешать меня не нужно, просто слушай и не верь. Если бы ты знал, как уютно в пустоте, одиноко и просторно все, как ты того хотел. Я не верю все равно, верю все равно. Только ты не узнаешь, кровь мою не увидишь, не срастется вовеки порванная вена. И меня покидая,
И навеки прощаясь, не забудьте меня ты, привидение пионерки, я привидение пионерки.